Мы прозванивали прям всех участников, у нас 88 заявок поступило. Самое забавное и, наверное, главное и интересное, что именно мы единственный театр по России, который будет на родном языке выступать. То есть очень много было заявок как раз участников, которые хотели на русском, но у нас именно татарский язык, и поэтому дошли до отбора 63 заявки, и, собственно, 63 человека у нас принимают участие в наших конкурсных днях.